Привет всем! Сегодня я вам покажу упражнение на мышцы груди. То есть сразу скажу, накачать грудь как таковую, то есть увеличить ее в объемах с помощью гантелей, отжиманий невозможно, потому что она практически полностью состоит из жировой прослойки. Вот. Но поднять с помощью развитых мышц, да, придать красивую форму, укрепить мышцы груди, это все возможно с помощью отжиманий и прочих упражнений, которые я вам сегодня покажу. Значит, этот комплекс лучше выполнять после основного комплекса, то есть когда вы поприседали, сделали на руки, на ноги, на пресс, потом у вас осталось немножко сил, и, собственно, вот упражнение для груди. Значит, я покажу только по 10 повторений в режиме реального времени. Вы, пожалуйста, сделайте его 2-3 подхода. И еще один момент. Я использую гантельки, у меня не нашлось тяжелой гантели. Гантели у меня по 2 килограмма, вам нужно по 3, по 4, чтобы нам именно накачать. Ну что ж, приступим. Я покажу стандартную технику отжиманий. Пожалуйста, выполняйте это перед зеркалом первый раз, чтобы проконтролировать себя. Смотрите, ноги, бедра у вас немножко под уклоном, да, расположены. Руки на уровне плеч, ноги скрещены, живот втянут. Не работаем вот таким образом, грудью, да, не нужно. Вам нужно согнуть полностью локти. То есть работаем только руками, предплечьями, грудью. Живот втянут, спина напряжена. Поехали. 10 раз. Отжимаем. Раз. Два. Я забыла сказать. На поднятии выдох через рот. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Кто продвинутый пользователь, вы можете делать стандартные отжимания, да? Вот таким образом выполнять. Так. Потянулись и делаем отжимания широким жимом теперь. То есть пошире поставили, широким фатом. Пошире поставили руки. И та же самая техника. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Растянулись немножко. Хорошо. И переходим позицию на спину, на коврик, берем с собой гантельки. Значит, что делаете? Смотрите, разводите на уровне груди, потом разворачиваете вот таким вот образом, параллельно телу, да, параллельно полу, и обводите за спину. Здесь опять развернули, раскрыли на уровне груди, отвели за спину. 10 раз, поехали. Раз, два, ручки прямые, в локтях не сгибаем, чувствуем локтями, как они касаются пола. Это упражнение не только на мышцы груди. Здесь, естественно, работает верхняя часть спины, что тоже для нас немаловажно. При выполнении любых упражнений задействована спина. Необходимо ее укреплять. Мышечный корсет создавать соответствующий. И последнее, 10. Оставляете ручки вот так же параллельно, да, полу. И делаете пульсовые движения 20 раз. 4. Все по 10, но пульсов у нас 20. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Отлично. Разводим, обнимаем себя, как бы скрещиваем, и опять разводим, раскрываем перед грудью. Опять скрещиваем, обнимаем, раскрываем. Таких тоже 10. Мы с вами третий делаем. 4, 5, не забываем выдыхать. 6, следим за дыханием, 7. 8, 9, 10. Хорошо. Гантельки вот так скрестили между собой и заводите их за голову. Вот таким образом. То есть сгибаете в локтях. Обращаю внимание, не прямыми руками, а именно вот сгибание в локтях и разгибание. Сгибание за головой, разгибание. Можно это делать стоя. Так, наверное, даже удобнее стоя будет делать. Ну, поскольку уж мы на коврике, покажу, как это на коврике. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. И перед собой вот такие скрещивающие движения делаете. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И заводите за спину то же самое. Здесь очень хорошо, помимо мышц груди, работают мышцы спины. Я опять же напоминаю. 5, 6. У кого больная спина, будет не лишней. 8, 9, 10. Хорошо. Также у вас развернуты, я показываю, да, параллельно полу гантельки. Запястье смотрит вверх, то есть к потолку запястье у вас повернуты. И делайте вот такие вот махи, да, поочередные. Руками назад.
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Переходим опять в позицию отжимания. Что мы с вами будем делать сейчас? Немножечко. Значит, отжимаемся один раз стандартно перед собой, потом руку правую переставляете на середину туловища, а левую немножко в сторону. И вот здесь делаете два пульсовых движения. Возвращаем эту руку, одну здесь, в другую сторону, и здесь два пульсовых. Раз, два, то же самое, вернулись. Раз, немножко запуталась, два. Возвращаем, раскрываем, здесь раз. Раз, два. Стандартная здесь, это третий у нас будет. Раз, два. Это четвертый. Раз, два. Пятый. Шестой, четыре раза. Должно уже чувствоваться. Седьмой. Восьмой. Девять. И последний раз. Десять. Хорошо. Потянулись хорошенько. Запрокинули голову назад. Теперь переходим в позицию на спину. И хорошенько себя растягиваем. Ножки вытянули. Руки занесли за голову. Мне нравится тянуться вместе с гантелями. Лохта, мне кажется, более эффективно. И вот так вот заносите за голову и делаете пульсовые движения сначала, а потом полностью ручки вытягиваете, расслабляете. И растягиваете мышцы, тянете. Все, этот комплекс мы выполняем в 2-3 подхода. После основного комплекса на другие мышцы тела. Спасибо за внимание. Пока.